Мориной Нине Аполлоновне. Поздравляю с Новым годом. Здравствуйте, уважаемая семья, жена Агния Яковлевна. Высылаю привет и пожелания всего доброго. Шлю отцовский привет любимым детям, дочке Нине Аполлоновне. И поздравляю вас с начинающей работой, в каковую нужно уделить серьезное внимание на учебу и этим продвигаться вперед. Дочке Ольге Аполлоновне шлю отцовский привет и вызываю на соревнования учиться только на хорошо и отлично. Результатом проверки сообщим письмом. Шурику шлю привет и ожидаю от него уже давно, но почему-то нет. Наверное, писал неправильно адрес. Напишите второе. Укажите, как ваши отметки по учебе. И, наконец, маленькому Горе шлю самый большой поклон. Поздравить его пока нечем, только лишь пожелать ему доброго здоровья. Бабушке привет. Сообщаю, что стоим на старом месте. Изменений нет. Живу здорово. Жду вашего письма. От Лёли получил письмо, за что благодарю ее. Адрес старый. С приветом.